Всем привет! Сегодня 7 января, Рождество. Ну, а главное, почему мы здесь собрались, папин день рождения. Папа вытащил. Я наслаждаюсь природой. С машины сиденья сидит. В телефоне. В телефоне, ага. Природа. Так. Ну, готовим стол. Осада пока нет. Пока осада не готова. Ждем. Асадор готовит, мы ждем. Яна, помаши. Лера. Все в процессе. Такое место организованное за городом. Можно бесплатно приехать, пожарить осада, ну шашлык, осада, покушать. Рядом водичка есть, туалет и все как бы. И в то же время отдельно. Так, люди просто отдыхают. Ну а сзади там дальше детские площадки есть. Но у нас пока деток маленьких нет. Мы тут в спокойном месте посидим. Что ты, сказать что ты хотел? Всем привет, а с кем я здороваюсь? Со всеми? Всем привет! Сегодня у нас праздник, православное Рождество и мое Рождество. Осада есть кому делать, поэтому мы расслабляемся. Мама. Покажи осада, что делать или тут же. Я показала, но еще накрытое там. Наслаждаемся природой и интернетом. Уже жрать хочется. Хороший парк, но не хватает здесь мест для сидения. Вот мы догадались вытащить из машины. Передние не вытаскивают. Сегодня мне 53 года, и я полезу на дерево. Высоко не буду. А, вот здесь я подтяну. Надеюсь, что когда мне будет 60, я смогу сделать то же самое. Я всем надеюсь, привет, веточка не хрустнет. А, вот так еще можно. Все. Получилось?